Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию Пиксельмона. Да, ребята, и как вы поняли, сегодня нас ожидает новый топ-5 легендарных покемонов. Сразу такой крутой топ. Да, ребята, все это мы рассмотрим в этой серии, но перед просмотром не забываем ставить лайки. Это же Пиксельмон, ребята, выход новой серии зависит только от вас. Не забудь поставить лайк, действительно, это одна секунда, чтобы его поставить, не так-то это сложно. Но если мы наберем 1200 лайков, я обещаю, то, что я сразу же выпущу следующую серию Пиксельмон. И когда она выйдет, зависит только от вас. Не поленись, пожалуйста. Также не забываем подписаться на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг. Я общаюсь с каждым подписчиком. Не веришь, можешь оставить свой комментарий и увидишь то, что я на него отвечу. Также одна секунда, но за эту секунду ты сможешь вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. И я отдельно сразу тебе и скажу спасибо, потому что ты действительно крутой. А мы, ребята, приступаем к самой серии. Ну что, вы готовы, ребята? Вы готовы посмотреть топ-5 покемонов? Знаете что? Перед тем, как я его покажу, я сразу бы хотел вам, ребята, сказать, не расстраивайтесь, если ваш покемон не попал в топ, или он не занял такое место, как, допустим, вы написали в своем топе. Ребят, пожалуйста, не расстраивайтесь, я честно вас всех ценю, но я не могу именно ваш топ засунуть вот сюда в серию. Это сумма всех людей, которые голосовали. Тот покемон, который набрал больше всего голосов, занимает первое место, потом второе, третье, четвертое, пятое. Если вы написали, допустим, Мьюту на первом месте, он попал там на пятое или, допустим, вообще не попал, пожалуйста, не расстраивайтесь, ребят. Я вас всех ценю. Не расстраивайтесь, потому что вы меня огорчаете. Честное слово, ребят, я бы хотел сделать, как вы хотите, но не получается. Вы меня тоже должны понимать. Поэтому, ребята, не расстраивайтесь. Ваш покемон, может, еще попадет в топ, в следующий топ, да? Если вам также нравится топ, лайк. Я увижу то, что мы набрали много лайков, я сразу же выпущу новый топ в следующей же серии. Ребята, также зависит от вас. Ну что? Это все мы выкладываем, мы закончили базар, закончили, и сейчас что нам нужно взять с креатива 1, 2, 3, 4, потому что он в этой версии работает только так, вот это чизл на создание покемонов, в этой версии он работает почему-то только так. Ну что, ребята, кто у нас на пятом месте? Я буду вам давать пару секунд на размышления, кто у нас на пятом месте? Какая легенда? Подумайте, ребята, подумайте и напишите в комментарии. Я сейчас напишу, напишите, угадали ли вы или нет. А? Кто? Кто? Гроудон, ребята. Гроудон у нас на пятом месте. Да, аплодисменты. Гроудон у нас попал на пятое место. Вот он, какой красавец деревянный. Пятое место. Поздравляем тебя, Гроудоша. Ты действительно это заслужил. Да. Кто у нас на четвертом месте? Ребята, думаем. Это его... Хотя нет, не его. Кто у нас на четвертом месте? Ребят, думайте. Это клонный брат той заразы, которую мы не можем словить уже серии так 15. Да, да. Вы уже, наверное, догадались. Это Мьюту. Много было голосов за Мьюту, но все же Мьюту у нас попал только на четвертое место, каменное булыжниковое место. Хоть, в принципе, это также очень круто. Приступаем к третьему железному месту. Кто у нас на третьем месте, ребята? Думайте, я также вам даю 5 секунд. Вот на третьем месте, на третьем месте у нас сородич Гроудона. Да, сейчас я могу так сказать. Дайте я, кстати, наушники одену. На третьем месте у нас сородич Гроудона. Вы, в принципе, уже должны понимать, кто это. Это Кьюогр, ребята. Это Кьюогр. Давайте его сделаем немного поменьше. Где-то вот так. Вот, замечательно. Кьюогр. Хотя нет, в принципе, это вот так. Круто. Кто у нас на втором, ребята? На золотом месте. Кто у нас? Вот за этих двух покемонов, вот честное слово, ребята, я вам скажу, за этих двух покемонов, которые сейчас будут на втором и на первом месте, проголосовало столько людей, что можно сойти с ума. Я не говорю, что люди голосовали мало за других покемонов, таких как Суйкун, да, Энтей, Райкоу, Селеби, было очень много, то есть... Было много людей, кто голосовал за Селеби, за Мью, за всех остальных, но на второе место у нас попадает Лугия. Да, ребята, я также люблю Лугию, я не могу сказать, что она мне не нравится. Лугия тоже очень крутой покемон, которую мы, в принципе, также пытаемся очень долго словить, но не получается. И кто у нас на первом месте, ребята? Я даю вам
20 секунд на размышление, кто у нас на первом месте. Ну, если так посудить, самый редкий покемон в Пиксельмоне, самая редкая легенда в Пиксельмоне. Ну, как вам сказать? Я могу сказать то, что она уже у нас спавнилась в этом сезоне, но нам не получилось ее словить, да. Кто смотрит меня уже давно, да, тем огромное спасибо, кстати, кто смотрит уже давно, тот уже понял, о ком идет речь. В принципе, да, с Райквазой всегда была куча проблем. В предыдущей версии она вообще не спавнилась. В предыдущей версии она спавнилась кучами. То есть за один раз каждый вечер могло заспавниться до 15 Райкваз. Разработчики говорили то, что Райквазы спавнятся стаями. И если у тебя спавнится 20 Райкваз, это нормально. Предыдущий сезон, этот сезон Райкваза, ну, один раз только заспавнилась, и то у нас не получилось ее словить. Да, Райкваза, добро Райкваза. Добро пожаловать на первое место. Ты прям... пронзила вот это первое место, и в принципе, с чем мы тебя поздравляем. Вот, ребята, давайте еще раз пройдемся. Пятое место у нас Гроудон, четвертое место у нас Мьюту, третье место у нас Кьюогр, второе место у нас Лугия, первое место у нас Райкваза. На шестом месте, если бы было шестое место, на шестом месте был бы Суйкун. Мне так кажется. Потому что за Суйкуна тоже офигеть, как много голосовали. Давайте, ты хоть у нас не будешь... О, нифига себе, это что за ошибка. Суйкун, ты хоть у нас не будешь стоять на подиуме, но тебе также дается заслуженное шестое место. На седьмом месте было бы, мне кажется, Селеби. Да. На седьмом месте, мне кажется, было бы Селеби. На восьмом Мью. Девятое и десятое, мне кажется, бы делили Энтей, Райкоу. Да, в принципе, делили бы. А дальше, мне кажется, уже больше никаких легенд нету. Или... Опачки, здрасте, мордасти. Какие люди в Голливуде? Или не... Да чё за фиготня? Что у меня за барахло с чатом? Нужно, наверное, будет перезайти. Ребята, я случайно его вообще заметил. Я вообще не понял, что это такое. Кто тут вообще тут летает? Кто тут разлетался? Попали. И что самое главное... А, нет... Если у нас Шайни, то есть, мне кажется, есть его первая эволюция. Не помню. Давай на всякий случай лучше словить, а то потом, если не словим, и если я увижу, а у нас нету Шайни Фирова, и нету его даже, и нету Спирова, то я вообще офигею, если честно. Ну словись ты, заразёныш, а? Пожалуйста, не будь уже такой паскудой. Ну что, ребята, я еще раз хочу попросить большое извинение. Поймите меня тоже, ребята. Я выбирал покемонов зависимо, сколько голосов он набрал. Райкваза набрала самое большое количество голосов, поэтому она и попала на первом месте. Ну, мы словили Фирова, вот он у нас находится в компьютере, словили мы его Таскболом, я уже очистил весь свой инвентарь, и, ребята, что я хотел сказать... Я действительно хочу попросить большое, я не знаю, большое прощение за того, то, что... Я люблю своих подписчиков, честно, ребята, и мне важно ваше мнение, не хочу никого оскорбить, и если вы обижаетесь, то, что Эдисон, там, дурак, не выбрал на первое место того покемона, за которого голосовал там какой-то человек, я честно извиняюсь. Я не хочу никого обидеть, но сами должны понимать то, что большинство людей, которые проголосовали за одного покемона, тот покемон и попадает на первое место. Потом, кто, зависимо от голосов, на втором месте, на третьем, четвертом и вот так далее. Поэтому, ребят, не обижайтесь, пожалуйста. Это все решали вы, не я. Вот что самое главное, да, это не я решал, это вы решали. Поэтому я ваше мнение засунул в серию, не свое. Ну что, ребята, куда мы сейчас будем идти? Давайте мы это все. 1, 2, 3, 4, 5. Так, знаете что? Давайте мы вот это все продадим, потому что у нас действительно много тут всяких вещичек есть. Что самое главное, много рыбки есть. Где эта рыбка, которая стоит по 2. И тут у нас есть еще одна рыбка, которая стоит по 3. А тут у нас офигеть, как много рыбы. Офигеть, где мы ее столько? Вот рыбацкие сети все-таки полезная вещичка, потому что мы наловим вот эту желтенькую рыбку, и с помощью этой рыбки мы офигеть, как много вещичек себе сможем прикупить. Мы, наверное, сейчас можем купить себе кучу... Не купить, а сделать кучу конфет. Да.
Но пока что мы этим заниматься не будем, потому что нам нужно дальше идти прокачивать наших покемонов. В этой серии мы наконец-то эволюционируем Иви в Желтиона и попытаемся прокачать силок 50 уровню. И где мы это будем делать? Кто у нас днем может где-то заспавиться? В джунглях, ну джунгли, в принципе, в джунглях у нас может, конечно, заспавиться Мью. Ну, это... А тут не на ком качаться. Ой, куда я вообще нафиг? Тут не на ком качаться, если ты тут найдешь хотя бы... Я не знаю, если ты тут найдешь Гулдака или, может, еще какого-то уровня покемона, который будет там как минимум 30 уровня, это уже будет счастье. Но это также очень... Ну, 37-й. Мне кажется, нету смысла. Кого мы сейчас будем прокачивать? Иви... Нет, все-таки я... Да и вернись! Я сказал то, что мы будем... Будем сила прокачивать. Поэтому мы будем сила прокачивать. А после сила мы будем прокачивать Галлад. Да. И не забывайте то, что мы еще строим одного Ралца. Да. Как только мы его увидим, я постараюсь его словить. В принципе, я не хочу тут. Не хочет Ми вылазить, пускай не вылазит. Не будем... Да, ребята, не будем ее уговаривать. А... В саванне... А Райкоу? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Райкоу уже вроде днем спавнится, как я знаю. Поэтому не будем терять свой шанс. Мы сейчас немного пролетимся, посмотрим. Может даже Грудоша сейчас заспавнится. Неизвестно нахрена. Ну, допустим, он заспавнится. Вот сейчас он заспавнится, смотрите. Один, два, два с половиной... Не подводи меня, Грудоша, пожалуйста. Ну, вы увидите то, что он заспавнится к концу серии. Я вам даю... Я даю вам, ребята, 100% результат, то, что он все-таки появится в этой серии. Смотрим за боссами, смотрим за шайни. Это самое важное, ребята. Как только увидите какого-то шайни или какого-то босса, которого я, может, случайно пропущу, сразу кричите в чат, мол, Эдисон, как ты мог его пропустить? Он же вот там находился на... Шайни языкастый. Языкастый шайни. Как если бы я его пропустил, это было бы вообще офигеть. Левел болл. 32 уровень на 60 там с чем-то, если сравнивать хуй дума, да? А, он еще нас парализировал, ты нас парализировал. Не нужно нас парализировать. Но все же, ребят, не успел сказать про шайни, как сразу шайни у нас и заспавнился. Совпадение, и мы, кстати, его словили. Фу, мы его словили, поэтому очень даже круто. Арбок, ну нападай, ну давай, чё, и что это тебе дало? Нифига. Райкоу, мы все-таки за тобой пришли, хоть я скажу спасибо, спасибо... Шайни языкастому, то, что он заспавнился, но все же мы не за ним пришли. Не, ребята, мы не за ним пришли. Поэтому, поэтому давай-ка ты спавнься. Давай-ка ты, Райкоша, спавнься. Ребята, будем ли мы рады, если в этой серии заспавнится Райкоу? Мне кажется, будем. О, приветики, приветики. Очень даже круто, зелененький боссик. Или какой он там? В принципе, да. Ну, 72 уровень, конечно, было бы круто, если бы босс был больше. Ну, Разурклав, вот это нам пригодится для эволюции. Обычный покебол. Ух! Охренеть, зачем он нам? Ну, ладно, пускай будет. Это круто, Разурклав нам пригодится для эволюции многих покемонов. Ну, многих немногих, но все же. Будет полезной штукенцией. Ну что, сил. 33 уровень. В этой серии тебя, ну, как минимум... Да твою нафиг. В этой серии тебя, как минимум, нужно прокачать к... Ну, к 40 уровню было бы вообще замечательно, шикарно. Но вряд ли это получится. Хотя мы сейчас, ребята, постараемся. Очень даже круто убивать вот этих бычар. Потому что с них выпадает... Мало того, то, что с них хавчик выпадает. Это очень круто. А с них еще и выпадает кожа. А с помощью... Это кто там? А с помощью кожи мы, в принципе, себе будем копить на улучшенный рюкзачок, который мы потом постараемся себе сделать. Нет, тут, в принципе, никого больше нету. Там был какой-то большой уровень, но он, походу, пропал.
Шайни, ребята, смотрите за Шайни. Смотрите за Шайни, это важно. Райку, Райку, прием, прием, вылезай, уже пора, мы же договаривались перед серией. Давай, Райку, ща, ребята, ща, еще немного тут погуляем. Может, Райкоша вылезет. Постараемся его все-таки присумонить в это, ну, не присумонить, а... Ну, чтобы он сам заспавился, не думайте, я какой-то читер или еще что-то. Райкоша, Райкоша. Да не хотел я Хуйдума вызывать. Хуйдум, обратно в покебол, залезай. Алтария, Алтария. Облако покемон, или как можно ее назвать. И, в принципе, вот сейчас, когда наступ... Да ты что, издеваешься, твою мать. Я понимаю, что это сейчас в моде шайни языкастые. За одну серию два шайни языкастых. Лучше бы вместо этого долгоязычного появился бы, я не знаю, тот же ни хрен не знает. Любой другой покемон, который спавнится в саванне, чтобы он был шайни. Мне кажется, я бы больше... Это босс? Нет, это не босс. Мне кажется, я бы больше обрадовался, если бы вместо того, что заспавнится еще один вот этот. Ну, фиг его знает, честно, ребята. Не мы решаем, кто спавнится, а решает Пиксельмон. Поэтому, ребята, посмотрим. Не, мне кажется, вряд ли Райкоу вылезет, зараза. Такие планы нам обломала. Мы так надеялись, что Райкоу вылезет. Потому что, ну, кого мы можем еще попытаться словить днем с легенд? Селеби. Но Селеби нам не нужна, потому что у нас уже есть Селеби. Гроудон. Гроудон нам не нужен, потому что у нас уже есть Гроудон. Все. И Мью. Ну, Мью, в принципе. Ну, можем еще пойти попытаться, но... Мью это такой покемон, зараза, короче. И даже если Мью заспавнится, то вряд ли мы ее сможем найти, потому что, ну... Джунгли все-таки. И не так-то просто ее будет увидеть. Мы, конечно, попытаемся, никто не горится то, что мы уйдем, но все же... Увидим, увидим, ребята. Больше днем никто не может заспавиться. Кьогр, Лугия, Суйкун, Энтей, они все спавнятся ночью. Поэтому, мне кажется, ловить тут нечего. А, Райкоу, конечно, вот в предыдущей версии Райкоу спавнился днем. Да, он спавнился днем. Но сейчас, как вы знаете, в каждой новой версии разработчики Пиксельмона все больше и больше чего-то вносят, все больше чего-то убавляют. Поэтому в этой версии, где спавнится Райкоу, я не знаю. Может, он спавнится и днем, может, он ночью, может, он только на закате спавнится. Фиг его знает. Фиг его... Что там, кстати, вечер уже сейчас будет или нет? Как только будет вечер, мы сразу же идем... Я не знаю, наверное, в океан пойдем. Наверное, в океан пойдем. В принципе, мы также можем за Райквазой пойти, но... Не, ребят, чё-то нам не прёт на легенд. Чё-то нам вообще не прёт на легенд. Главное, на Суйкунов прёт, но на легенд нет. Ладно. Ладно, ребята. Кстати, вот, реально отличная идея. Отличная идея. Вечером мы уже тут будем находиться. Мы уже тут будем находиться. Вот уже сейчас будет темнеть. И мы прыгнем на Суйкуна и попрыгаем по морям. Плюс тому, то, что мы сможем, ну хотя бы попытаемся найти Дратини. Да, потому что Дратини спавнится на закате, на рассвете. Так, плюс к тому, может еще заспавнится и Лугия, и Кьогр, что, ну, не может быть не крутым, да, потому что эти две легенды, если мы хотя бы словим одну легенду с этих двух, которых я назвал, двух, это будет очень круто, ребята. Это будет очень круто, потому что сколько мы уже за ними охотимся, это просто с ума может сойти. Вряд ли мы, конечно, сможем... Силва... твою мать! Я же носила не отдел экспешер, я же носила один лакей. А я его качаю на протяжении всей серии. Эдисон, Эдисон. Офигеть. Ладно, ребята, извиняюсь, затупил так затупил. Ну, все же. Мне кажется, можно уже потихоньку садиться на Суйкуна. Да, уже как раз самое время садиться на него. И давай, давай, Суйкуна, то сейчас действительно уже темно будет. Вот, все, потопали. Поплыли, потопали. Выключим шейдеры, чтобы еще намного лучше было видно. Давай, Суйкуша, давай, давай. И не только Дратини, а Кьогр, Лугия. Давайте, давайте, давайте. Вылезайте, зараза. Вылезайте. Это кто? Босс! Басяндра! Басяндра! Басяндра!
Я сейчас умру, ребята. Уйди, твою мать. Давай. Давай. Ты... Чуть не умер. Так, где уплыла? Где уплыла вот эта зараза? Это прям... Вот она. Это прям подземная какая-то охота, знаете? Не подземная, а подводная. Это тяжело нахрен попасть, потому что это все лагает, как хрен его знает что. Сейчас. Да твою мать! Суйкун, иди в задницу! Я тебя сильно прошу, иди в задницу! Какого жопу Суйкун? Иди сюда, я тебя сейчас на мелкие кусочки порублю. Иди сюда, зараза. Иди с... Я не знаю, меня походу залагал пикселемон, потому что я даже не могу вызывать покемонов. Суйкун! Как делишки? Рассказывай, чё нового? Офигеть просто. О, здрасте, Райкваза. Я не могу вызывать покемонов, мне походу нужно перезайти, ладно, секу. Секунду. Я не знаю, ребята, что это за фигня, но я не могу объяснить, что вообще происходит с этим Суйкуном. Как легендарный, один и тот же легендарный покемон может заспавниться 3 раза подряд? Что за жопа? Так, да, я видел Шайни. Что это за фигня? То есть, объясните, что это за фигня? 3 раза Суйкун заспавился. Нет, Мью, Райкоу, Лугия, Кёгр. Нет, 3 раза Суйкун. Ладно, если бы у нас не было нашего Суйкуна, я бы обрадовался. Ну, мне кажется, если бы у нас была Лугия, так же бы Лугия 3 раза подряд бы заспавилась. Не спавился бы Кьогр, но 3 раза подряд бы спавилась Лугия. Так же, как сейчас с этим... с этим Суйкуном. Я не знаю, вот честно, я не знаю, что это за фигня. Зруа у нас уже есть. Я не знаю, ребята, честное слово. Он, походу, прикалывается, то есть... Никто больше не спает. Что нам делать, ребят? Что нам делать с этими чудиками? С этим Суйкуном, с этой Лугией, с этим Кьогром? Что нам делать? Там, кстати, Шайни был или мне показалось? Ребята, смотрим за спину, вот там, где вот Адивуля стоит, сзади нас. Нет, мне, походу, все-таки показалось. Или, может, он какой-то слишком мелкий, я его просто не замечаю. Ну, что-то, какие-то звездочки... Не знаю, ребята. Увидим. Увидим. Здрасте! Здрасте, здрасте, здрасте! Какой-то уровень 34-й. Зруа, я слышу тебя, ты молодец, уже 38 раз повторила то, что ты Зруа. Но ты нам нафиг не нужна, потому что ты у нас уже есть. Пожалуйста, хуй душа. Хуй душа, затащи. Мы тебя очень сильно просим. Ну ладно, зараза. Мы еще тебе припомним вот это. Мы тебе припомним, сука. Я начинаю просто уже не то, что ненавидеть, а я уже немного разлюбил Суйкуна, потому что это шутки-прибаутки. Вот честное слово, ребята. Я не знаю, как это больше каким-то другим способом описать. Это хрень какая-то. Это какая-то хрень. Он был... Опять аж... Нет, это... А, это наш Шайни. Он, походу, просто-напросто с нас издевается. То есть, ну, спавится по 35 раз и спавится, да? То есть, больше никакой другой легенды, только Суйкун. Я очень рад, что тут много всяких крутых покемонов, но давайте мы еще немного пролетимся. Я все-таки еще сейчас немного пролечусь и увижу, что нам преподнесет наше море. Пожалуйста. 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 Давай, давай. А знаете что, ребята, я даже сейчас поставлю на паузу, чтобы просто проверить... Опа, нихрена себе. Шайни, а ну, ребята, сейчас, перед тем, как куда-то лететь, давайте посмотрим, нету ли тут Шайни. Нету ли тут Шайни. Нет, Шайни нету, зато есть босс. Зато есть босс. Вот каждый островочек нужно проверять. Каждый островочек нужно проверять, потому что не знаешь, может там быть какой-то Шайни или может там быть какой-то боссик. Так, еще раз. Еще раз. Круто, замечательно. Ну что, в принципе, больше тут никого нету.
Ща, ребята, мы еще немного пролетимся. Мы еще немного пролетимся и посмотрим, потому что это шутки. Это прям шутки всех легендарных покемонов. Я говорю, они просто... Вы верите? Вот, ребята, вы верите то, что я вам говорю, то, что они сговорились. Все легендарные покемоны просто взяли и сговорились. Да. То есть они никогда больше не будут спамиться. Будут спамиться шайни, будут спамиться боссы. Да. Все, легенд больше не будет. В этом сезоне легенд, к сожалению, больше не будет. Конечно, не хотелось бы этого, но, как я вижу, с нас реально прикалываются. А просто я не знаю, честно. Я не знаю больше... Не падай в воду. Круто. Я больше не знаю, что думать. Третий раз Суйкун. И как он сейчас заспанился? Я случайно тпхнулся в любое случайное место, потому что я умирал в воде, да, когда я там в воде был и охотился на босса, который там проплывал. Заспанился. Я случайным образом в любую точку, вот еще один босс, в любую точку тпхнулся, куда я смог нажать, чтобы не умереть, да. Но нет, я нажал именно туда, где присутствует спаун, где есть спаун Суйкуна. Все, хоть у нас там рядом море, океан, нет, Лугия, нет, Кьогр, нет, Суйкун. Ладно, идите вы в жопу. Идите вы в жопу. Ладно, давайте еще полетаем, сейчас как раз рассвет, мне кажется. Если мы сейчас еще немного пролетим, то в принципе очень даже будет круто. Потому что, а вдруг они на рассвете спавнятся? Я не знаю, честно, ребят. А вдруг действительно им поменяли спавн, они сейчас спавнятся только на рассвете? Фиг его знает. Фиг его знает, где они спавнятся, как они спавнятся. Ну, как я вижу, они просто-напросто не хотят спавниться. Нет. Ребята, дайте мне совет. Дайте мне совет, что мне делать. Или попросить, давайте все вместе. Хотя нет, давайте на Новый год все вместе дружно попросим и Лугию, и Кьогра, и Мьют заспамиться. Как думаете, это хорошая идея будет то, что... Чтобы они нам на Новый... А, ну ладно, все, уходим. Чтобы они нам на Новый год такой небольшой подарочек сделали и заспанились все вместе. Мне кажется, это было бы действительно крутая идея. И крутой бы подарочек. Сейчас, я шейдер еще пока что включать не буду. Дайте-ка я тут немного полетаю. Пару метров туда, пару метров сюда. И посмотрим, заспанится ли Мью. Никого нету, никто не спавнится. Никакие легенды с нами не хотят дружить, ребята. Ну, в принципе, мне кажется, действительно на этом уже можно заканчивать эту серию. Не расстраивайтесь, мне кажется, рано или поздно все-таки легенда заспавнится. Сейчас вот такой период небольшой, то, что у нас спавнится только зараза Суйкун. Но больше никого, только один Суйкун спавнится. Это, нет, это не босс. Нет, не босс. А поэтому, ребята, не расстраивайтесь. Может, в скором времени так же, как... Хотя, в скором, не в скором, как сейчас три раза подряд спавится Суйкун, так может будет спавиться три раза подряд Мью. Кто его знает? Ребят, никто не знает. Поэтому, честное слово, ребята, если вы хотите видеть новую серию Pixelmon как можно быстрее, если вы хотите, чтобы мы как можно чаще выпускали Pixelmon для того, чтобы как можно быстрее попытаться словить легенду, потому что чем больше серий, тем больше шансов, то что мы словим легенду, ребята, да. И это зависит только от вас. Честное слово, вот сейчас я говорю правду, это зависит только от вас. Как только мы наберем 1200 лайков, сразу выходит новая серия Pixelmon. Сразу же. Если мы наберем 1500 лайков, в следующей серии сразу же будет новый топ 5 покемонов. Какой топ, зависит только от вас. Выбирают подписчики какой топ. Свой топ ставят только подписчики покемонов, не я, ребята. Вы видите то, что я действительно вас уважаю, люблю и ценю, поэтому... Если поставите лайк, я вам просто лишний раз скажу большое спасибо. Да, также не забываем подписываться на мой канал. Каждый подписчик для меня друг, как я уже только что сказал. Если не верите, также можете оставить свой комментарий под видео и увидите то, что я на него отвечу. Да. Поэтому, ребята, не поленитесь ни лайк поставить, ни подписаться. Я буду этому очень сильно рад. А мы, ребята, заканчиваем. Еще раз скажу всем спасибо за просмотр. Увидимся завтра в новой серии Pixelmon или какой-то другой. Всем удачи, всем пока.